Сегодня мы открываем одну игрушку. Вот такая вот игрушка. Это игрушка марки VTEC. Очень хорошая марка. У них всегда очень интересные игрушки. Мы сейчас ее откроем и посмотрим, что там внутри. Будем вместе строить. Давай, мы будем вместе строить. Да. Это как пазл смотрелись. О, рыбачка. Дверь уже. Мама, как это холодно. Ладно, машина. Вот какая-то часть. Здесь какие-то... О, это сложный какой-то конструктор, смотрите-ка. Подождите, это какой-то большой домик. В этом домике целая куча всяких штук. Это много, мама. Это много, да. Есть еще целый пакетик с инструкцией, с наклейками. А это что, мама? Подожди, сейчас увидим, сейчас разберемся, пока что ничего не потеряй, главное. Собачка. Ой-ой-ой-ой, как много. Я уже боюсь, как строить. Ничего. Вот сколько наклеек. Два листа вот с такими вот всякими разными наклейками. А, она уже играет. Ты можешь уже играть, но... Ой, очень много всяких разных. Называется это все Магрон Мизон Машин. Мой большой волшебный домик. Вот человечек на лифте. Мадам Камиль! Мадам Камиль! Мадам Камиль называется. Мадам Камиль! Мадам Камиль! Мама! Ага. Мама, Мадам Камиль! Вот смотрите, вот это пол. О, это на пол? Него нужно поставить стенки. Где у нас стенки? Вот одна стенка. Вот тоже. Вот одна стенка. Как обойти? Мы сейчас сделаем. Давайте сначала мне вот эту стенку заднюю. Большой-большой. Самая большая стенка у нас сзади. Вот, собрали первую стенку. Давайте следующую стенку. Ку-ку. Ку-ку. Вот, наконец-то мы собрали этот огромный дом. Сейчас мы его весь покажем. Вот здесь есть у него крыша. И вот на первом этаже здесь есть спальня. Вот она, кровать, ванная комната. А это даже, по-моему, туалет, да? Смотрите, даже туалет есть. Здесь ванная. Следующий этаж у нас. На этом этаже у нас есть... Вот это что за штука? Оно вот так крутится? А, это чтобы танцевать. Это чтобы танцевать? Это чтобы танцевать? А, да. Здесь есть пианино, кресло. На самом нижнем этаже у нас есть здесь кресло. Это что такое? Вот это. Печка. А, это камин. Кресло перед камином. Здесь у нас есть кухня. Это кухня? Да, да. Это кухня. Здесь вот такая вот дверка зачем-то еще есть. А, это что? Сейчас мы все посмотрим. И еще здесь есть вот такой участок во дворе. Дайте-ка я его быстренько тоже покажу. Посмотрите, во дворе есть... Вот это что, качеля? Да. Есть качеля. Есть вот такая дорожка, чтобы можно было проходить. Чтобы можно было из дома сразу приходить сюда. И даже есть горка вот. Мы сейчас наших куколок будем катать с горки. Собачка очень поедет. Собачка я поедет. Смотрите, да покажу. И даже есть у них здесь такое барбекю. Отпускай. Вот так. Вот, здесь они жарят шашлыки во дворе.
Вот такая вот хорошенькая собачка. Здесь что-то крутится она. Это что такое крутится? Что-то крутится. И еще есть человечек. Но человечка нужно, по-моему, открутить сначала. Да? И вот мы открутили персонажа из этой игрушки. Вот такой вот человечек. И здесь, как в нашей прошлой игрушке на яхте, тоже он очень много чего говорит. Ну-ка. Поет песенки. А теперь мы попробуем его посадить везде и посмотреть, что он делает. Смотри, Алиса, он будет танцевать. Не-не-не, не вот так. Помедленнее крути, а то он дергается. Вот такой у него танцпол. Когда его крутишь, он танцует, и у него там загорается лампочка. А ну-ка на пианино. Давайте-ка посадим его на пианино. Алиса, вот через это окошко лучше. Да, давай я помогу, давай я помогу. Играет на пианино или нет? Да, Алиса будет в ванной. В ванной? Что он в ванной как моется? Давайте посмотрим. Подожди. Давай посмотрим. Нет, в ванной ничего, но, возможно, в туалете он что-то делает. Он писит. Он писит, точно. В туалете он писит. Вот это да. Пошел спать. О, он греется около камина. Смотрите-ка, здесь у него камин загорелся. И он греется около камина вот здесь на кресле. Ну ничего себе. И на кухню еще, Алис, на кухню. Вот посмотри, он будет кушать, готовить вот сюда. Давайте, вон через то окошко засовывайте его на кухню. Давай, давай, я тебе помогу. О, Алис. Что он делает? Подожди, я там... Мне нужен сахар. О! Ой, подождите, он должен ехать на лифте, самое главное. Мы же забыли его покатать на лифте. Подожди, он должен сам подниматься на лифте. Давай попробуем. Смотрите, он едет на лифте, Алис, посмотри. И он пошел в свою комнату. Он поднялся на лифте и пошел на свою кроватку. Вот это да, ничего себе. А спускаться будет, Алис, попробуй, если он будет спускаться на лифте. Ну-ка, посади его, он поедет вниз. Смотри, поехал. Ого-го. Поехал. Нет, 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 Алис, это только человечек сам должен делать. Тебе не нужно его дергать. Ты его просто посади в лифт, и он сам поедет. А вот здесь что за фонарик? Или это почтовый ящик? Это почтовый ящик. Пошел погреться у камина. Это я, пошел. Угу. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Слышишь? Нужно помыть руки после, когда мы идем в туалет. Руки нужно помыть. Вот. Молодец. Он говорит, что нужно помыть руки после того, как идешь в туалет. Ну, не все вместе. Не-не-не, не трогай, не трогай. Он сам приедет, смотри. Оп. А, я пошел спать. Все, он пошел спать. Он пошел спать. Сейчас мы наклеим еще все наклейки, и наш домик станет совсем красивый. Это игрушки. Это полочка с игрушками у него такая, у человечка. Что еще с этой стороны что-то есть? Кроме бордюрчиков. А, еще цветочки вот эти. О, как играть. Танцует там человечек, пока мы ему приклеиваем тут цветочки. Бабочки. А где такой маленький кустик? Пошел в туалет?
Это вот здесь. А, девочка. Ну вот, мы приклеили наклейки на наш домик, и он стал еще красивее теперь. Мама, мама, всем пока. И подписывайтесь на канал. Это Алис. Ой. 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 Ой.